Это старая мельница. Я просто ее вот покажу с одной стороны. В общем, все, что я про нее прочитала, я забыла. Она огромная. Один момент. Была построена в 1350 году и являлась самой большой мельницей средневековой Европы. Но о размерах я не буду говорить. Это называется Великая мельница. Кому очень интересно все подробности, вы можете открыть интернет и прочитать про ее длину 40 метров, ширину 25 метров и так далее. Были жернова, мельницы. Сейчас их больше нет. Осталась только вода. Здесь тоже такое интересное здание. Дом-мост. Видно старый город. Экскурсия по городу Гданьску подходит к концу. Польский морской клуб находится в этой башне. Видите, под конец я наконец-то обнаружила, что это за башня. В тюремной башне. Башенок очень много здесь, таких в городе. В тюремной башне находится музей янтаря, а мы подходим к буквам, возле которых мы сегодня утром начали нашу экскурсию. На горизонте виднеется наш мост, который ведет к нашему отелю, нашей гостинице. Кому не интересно, можете уже выключать. О, нет, не выключать, потому что здесь два лебедя. Два лебедя. Вот они хотят, наверное, есть. Думают, что их кто-то сейчас покормит. Ну, еще раз колесо. Колесо можно бесконечно снимать, мне сказали. В него можно любоваться. И любоваться. Достопримечательность Данцига. Это вот эта башня, покривившаяся, это здание музея Второй мировой войны. Выглядит немного жутковато снаружи, поэтому мы решили не ходить вовнутрь. На этом я заканчиваю обзор города Гданьск или Данциг.